Доброе утро! Меня зовут Шакир Юлдашев. Готовим вкусные и полезные завтраки. Наверняка на завтрак вы привыкли кушать бутерброд. Но сегодня мы приготовим датский вариант этого блюда. Смørrebrød, ребята. Но наш сегодняшний вариант – это шпроты, сливочный сыр, отварная свекла, репа, немного редиса, куриное вареное яйцо, огурец и лист салата. И, конечно же, не забываем про черный ржаной хлеб. Для начала подсушим хлеб на сковороде либо в тостере. Пока сушится хлеб, нарежем остальные ингредиенты. Хлеб подсушен, теперь смажем его сливочным сыром или маслом. Выкладываем овощи и салат. Ломтики отварной свеклы и репы. На овощи выкладываем вареное яйцо. Вместо шпротов можно использовать любые рыбные деликатесы. Селедку, семгу, икру или вообще обойтись без них. Русифицируем датский бутерброд с помощью репы, редиса и укропа. Чем хорош смørrebrød, что в него можно добавить все, что угодно. Экспериментируйте, пробуйте и приятного аппетита!